Завод волгоградских красавиц-регулировщиц снова выйдет на улицы города. В форму военных лет девушки облачатся 1 и 2 февраля. В таком виде красавицы будут нести службу на улицах Волгограда. Уникальный взвод давно стал визитной карточкой нашего города. 9-й год подряд в дни празднования победы в Сталинградской битве регулировщиц в форме военных лет можно увидеть на Мамаевом кургане, центральных улицах и площадях города-героя. Сейчас девушек гораздо больше, чем в первом составе. На улице выйдут два взвода, состоящие из 60 сотрудниц полиции. Кто-то из регулировщиц несет службу с первого дня образования взвода. Кто-то пополнил эти ряды совсем недавно. Все красавицы прошли строгий отбор, и на каждую сшита индивидуальная форма образца военных лет. Накануне праздника с напутственным словом к девушкам обратился лично генерал полиции Александр Кравченко. Вас знают, вас знает даже президент России, поэтому на вас особая ответственность. Вы вносите особый колорит в праздничные дни. Я уверен, что вы, как всегда, отработаете на отлично. Почаще улыбайтесь, приветствуйте наших гостей, ветеранов. Вы наш авторитет.